Той дав гдебик, блядь. Как это нахуй ноль зрителей, блядь? Вчера было больше. Окей, да. Я кого рад, ебалки, что за лепот? Ахуе! Эй, где нахуй, блядь? Погоди, вот это рад. Сейчас я приду, дайте мне. Да, давайте в четвером. А что, давайте, пятером, давайте в натуре мы делимся ходить. На три. По двоечка. Чё, блядь, ес! Чё за хуйня? Но это сейчас будет нормальное дуо с Тимуркой. О, если мы в двоечка, надо убивать тогда этих двух ложков. Надеюсь, Тимур понимает, о чем я ему хочу сказать. Я все это время музыка играла. О, можно этих двух? Тимур, надеюсь, сообразит Тимурка. Тимурка, сообразишь? Тимур! Тимур! Тимурка! О, тихо, только не компостером. Так, я типа тут стою, что-то проверяю, охрана, бегаю. Интересно, я вообще замутанный? Фух. Это точно не Тима. Тима со мной бегал сейчас. Мы в двоечка были. Мы в двоечка были слева. Но в медблоке. Их уже! Ебать. Я вообще никого не видела. Ну, да. Двоих, это чисто. Не мы с Колей. И кто еще говорит, что это не мы? Или это вы двое с Колей. Мы. Потому что и, вы ну, хотите. И не вы, и не мы. Тихо-тихо. Ипа, не перетягивай на себя дело. Дойдем еще до тебя. Подождите, дайте, Дима, где были трупы, Дим? Они были там, где, блядь, вот эта комнатка, где вы меня застали в прошлом раунде. Там лежало два трупа сразу. А, нихуя себе. Да, они... Они решили кооперироваться. Это суицид был просто. Это два, значит, было. А кто бегал? Я сказал. Я бегал одна, но я с Яриком бегал. Так что я только Ярика видел. Я только Тиму. И вы типа сразу такие прибежали туда и сразу видели там трупы. Я не видел труп, я остановился делать задание с газом. Газолин ботл, вот эта красная цистерна для... Поплыл, да? Он бы не смог сам это выдумать. Не-не, он не настолько знает эту игру. Он бы не смог газолин ботл, блядь, выдумать. Не, Ярик прав. А чё Додор? А чё Коля с Додорком так отмалчиваются? Два трупа, если... Я добавил реагент, мы в двоечка двигались. Давай, смотри, давай так. Вы можете меня выкинуть. Ага. Все? Это в принципе функция игры, ты не понимаешь. Не, я тебе говорю, мы слева зашли, у Коли было задание, он стоял к этими шприцами, кололся, блядь, и просто реально смотрел, и все. А что за шприцы? Ну реально, мы слева стояли, я тебе отвечаю. Слушай, по итогу нету оправдания Ипа, Пипа и Пипа Скок, правильно? Давайте, вам слово. Я задание выполнила. Я проходил сверху и видел тебя с Колей, это правда. Я нихуя не говорит. За Додорком видел и все. Бля. Чё за задание ты выполняла? Тимур, я электрощитку делала. Побежал. Как он выглядит? А чё там? Чё там надо сделать? Проводки соединять. Соединить? Это вообще на 2 секунды. Хули так долго? Так там 3 этапа. Нужно сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Я за Ипу. Ты чё офигел? Это не я был. Ты даже мне слова не дал сказать. Я мусор выкидывал. Опа. Бля. А что это эти двое беленькие? Да бля, мы так никогда не выкинем. Давайте выбирать кого-то. Это пиздец. Мы им даем, мы только даем им сейчас шанс. Не, давайте сразу пересоберем, похуй. Надо кого-то выкидывать, мы так проиграем. Команда оживилась, началась полемика. Кстати, случай был. Смотрите, сейчас начнется хуйня, начнется саботаж, чекайте. Коля. И постоял ФК в момент, когда начался саботаж. Я на кнопку пытался нажать. Саботажа, блядь, конечно. У него нож. На кнопку голосования. Давай, ты наверх, уйди отсюда. Ты наверх, я давай, на низ. Похуй. Не, я наверх, я наверх. Я на низу, прикрой, на низу. Он меня убивает, он меня убивает. Я убиваю. Он меня убил. Кто? Это Тимур. Тимур убил только что. У меня на глазах. Тимур, все это время.
Бля, Ярик так еще. Это Тимур. Я причем просто не зашел в эту херню и вижу, как ты стоишь рядом с трупом. Я клянусь, я захожу, я слышу, прикрывай, прикрывай. Я думал пойти прикрыть. И захожу, и Тимур просто отрезал голову, типу, который снизу стоял. Ты обезвредил или кто обезвредил-то? Не знаю, я просто нажал сразу на труп и созвалось собрание. Возможно, мы сейчас взорвемся, когда закончится собрание. Но это Тимур, я вам клянусь. Я не знаю, что я зашел, но Тимур отрезал голову. Я думаю, это Ипа. Меня там вообще, блядь, не было, я никого не убил. Короче, если вы меня выкидываете, у меня есть нож, но я никого не убиваю. Проголосуйте. Так вы ебанули! Он при мне голову отрезал, блядь, он сейчас меня резать начнет. Я либо Тимур, либо Ярик, но Ярик прям поясничает. Блядь. Давай, Ярик, я с тобой буду бегать, хочешь? Вот просто с тобой буду. Если ты умрешь, все сразу поймут, что это был я. Подождите, не убивайте. У тебя где задание ближайшее? Они не хотят голосовать почему-то. Блять. Типа успел. Так, Ярик бежит за мной. Блять, зря. Зря я. Жёстко. Почему вы умных людей не слушаете? Кто в последнем раунде за Ипу проголосовал? Маньяки, какого хуя? Может поставить эти бронзы? По-моему, за меня только Дима проголосовал. Так это, а поменяйте карту. Нужно. Поменяйте карту. Блин, почему у нас постоянно из того, что. Просто не поверили, блядь, я же не выдумал, блядь. Ну, из-за того, что. Я тебя не верю, прости. Блядь. Из-за того, что импостера 2, они всегда вдвоем голосуют. Нужно, чтобы типа мирные голосовали минимум по трое. Но это пиздец, нужно кооперироваться. Вы могли сейчас выкинуть Тимура, но кто-то один за Ипу проголосовал. Нахуя? Если вы хотите кого-то из двух выкинуть, так нужно втроем кооперироваться. Минимум, иначе два импостера всегда за одного голосуют. Они специально проговаривают вслух, типа, кого они подозревают, чтобы за него голосовать. Коля, помолчи, пожалуйста. Нихуя ты, детектив из сериала «Кости». Я же клялся, блядь. Я буквально клялся вам, что это Тимур. В этой игре клятва не стоит ничего. Это были не. Это был Тимур, блядь. Это был ты. Правда, неправда. Я верный. А кто второй? Ярик? Вы заметили, что Ипа каждый раунд импостер? Давайте, я заебался, я просто, давайте сразу захуярим Ипа. Ну просто, чтобы, блядь, дышалось лучше. Я заебался. Давай на стриме просто смотреть, кто импостер. Давайте сразу другую. Кстати, можно карту. А карту давайте. Там есть какие-то карты, в которых просто, ну, без вариантов мирно выжить. Ну не новую какую-то, новое я слышал говно. Мира HQ нормально? Я заебался, это всегда Тимур нахуй. Ипа, Тимур, Ипа, Ипа, Тимур. Коля, я сам заебался. Я хочу мне. Да, надоело убивать людей, своих близких, друзей. Это какое-то совпадение или почему Тимур всегда. Я не знаю. Ипа, у тебя так хорошо получается убивать, может тебе заняться. Еще разок. Опять. Что, я Ипа убиваю, мне похуй. Нет, я сейчас правда, не он, не надо. О, новая карта, прикольная карта. Так, а что за карта? Блин, она жесткая, эта карта. Это жесткая карта. Ага. А я буду Колю кошмарить, за ним буду бегать. О, приручить, что делать кнопку приручить? А как здесь кнопку нажать? Как заявить? В смысле? Я хочу сразу и ему выиграть. Когда ты хочешь заявить, я что-то не пойму. Подойти к красной кнопке просто и сделай. Нет, не надо. Это, кстати, по-любому Коля, я точно уверен. Я буду в толпе ходить, потому что сейчас Коля первый раз попался импостером. И он хочет отыграться, но мы все в толпе. Он своими рассуждениями только хуже для себя сделал. Это... Ух. Коля, я нажал. О, Ипу захуярит, мне похуй, Ипу захуярит. Нет, это Коля. Я буду Ипу, меня заебало, он каждый раз, он такими тупыми методами нас разводит. Знаете, как он вас разводит, если что, кто не понимает? Он просто берет и орет, блядь, в микрофон, не давая другим говорить, бля.
Просто 100 секунд нахуй орет и ничего не понятно. Зачем вы про пипу? Зачем вы про пипу говорите? Пошел нахуй, блять, фраер. Это Коля по-любому скотина мусорнулась. Нихуя себе. Фраер, блять, мне просто, мне обидно нахуй, не знаю. Накипело. Ну, Коля на харизме затащил, ладно. Не, ладно, кикайте меня, конечно. Все за тебя проголосовали, прикинь, все за тебя проголосовали. Дорк, я нахуй до конца голосования буду не голосовать, чтобы у тебя меньше осталось времени. Проголосуй за себя, проголосуй за себя, блядь, давай, проголосуй за себя. Я не за мужика, давай. Я не импостер. Если ты мирный, проголосуй за себя. Да, хорошо, я это сделал. Ну тогда кидайте Колю следующим. Схуяли. А чё это? Смотрите, мы сейчас все вместе в толпе бегали. Подождите, мы в толпе бегали, и Коля так судорожно трясся. Ему первый раз попалась роль импостера, и он никого не может убить. Он меня сейчас кикнет, он меня сейчас... Ты думаешь, я разобраться с управлением бы не смог? Нет, нет. Если с этим ты, блядь, так успешно справлялся, у меня бы проблем вообще не возникло. Так нас толпа была. Если бы Коля был, скорее бы нас уже убили бы два раза. Мама с папой ссорятся на кухне. Так нас толпа была. Давай, голосуй за себя на мужика. Я проголосую за себя. На мужика, давай. Не, я не хочу. Только потом. Кикайте Колю, он импостер. Бля, я того рот шатал, если он не импостер. Да, он импостер, у него же так и написано. А кстати. А почему тогда меня кикают? Не, похуй, давайте, конечно, меня кикайте. Кикайте, кикайте. Ты сусамогас. Да ты тоже, лицо злое. Проголосуй тоже. А, все, ребят, кикают. Он не хотел умирать до последнего, давай. Блядь, Коля. Улетай нахер. Куда? Полетел, полетел. Разбился. Блин, так, осталось одного найти, все, погнали. Мне почему-то кажется, что Коля точно импостер. И Тимур еще. Коля и Тимур, мне кажется. О, замутите ставочку. Мы с Тимуром вдвоечком. И подходи ко мне. Опа, опа. Так, так. Может опять Тимур, блядь? Но мне кажется, Тимур и Коля ликвидирован. Ну, о. Так, ну это не... Блядь, это Костя это, был это при мне. Это не Ярик, я не был Костя. С вами. Это я не был Пипа с вами. И не Дима. Возле меня был этот, блядь, кто со мной был? Кто-то со мной стоял, смотрел, блядь, на камеру пустый снимал, как я чинил щиток. Сверху был Тимур и еще Коля. Опа. Ярик прямо сейчас прыгнул в люк, это правда, я что-то не увидел. Ну, я видел ближе всего, я не знаю, когда вы, но ближе всего стоял Костя в момент, когда у типа голова оторвалась. Либо Тимур, либо Костя. Хорошо, если хотите проиграть, голосуйте за меня. Ну, я хочу проиграть, как ты понял? Бля, я не знаю вообще. Бля, не знаю. Дима почему-то просто стоял в углу и ничего не знал. Самое главное, Чебурашка. Что, Дима получился? Со мной был? Дима со мной да. Пипой был? Я да. С Пипой и Яриком был вместе. Было. Да-да, Дима с вами. Не знаю, я за Костю. А где трупик был? Вот Коля, объясняй, где труп был. Да? Карту можете открыть. Я посмотри, в душе где. Не ебу. Карту не, ну подожди, так ты же... Карта не интуитивная, честно сказать. Подожди, ты, сука! Подожди, давайте мы проголосовали за меня в сторону улетать. Дайте, пожалуйста, последнее слово. Ты, сука, это он. Он за меня проголосовал, он даже не знает, где ёбаный труп. Все, давайте, я... Рядом с тобой, блядь, был. А где я был? Коля так уверенно играет. Рядом со мной, блядь! Кстати, это не Коля вроде убил. Дура! Пиздец. Подожди, ну ты же сам сказал, что он был рядом с тобой, да? Так а где я был? Ты можешь мне объяснить? Я не знаю эту карту, это новая карта. Слушайте, ребята, а вам не показалось странным, что Лёха просто выдумал, что Дима стоял и ничего не делал, я не выдумал, а Димы там не было? Он действительно вначале рядом с тобой стоял у стены. Но... Дима, ты же подтверди, что ты Тимур стоял. Тимур и Коля сейчас там щиток, наверное, был. Я нихуя не помню. Либо Тимур, либо Коля. А Диму по голове ударили, он там просто вас подружил. Так может сначала надо обсуждать, а потом человека выкидывать, вы понимаете? Я сейчас улечу. Русские. Может вы меня вообще не слышите, может я сам с собой разговариваю? Блин, странно, голосование всегда работает. Ну короче, это под подозрением теперь Агаград у нас, правильно? Типа Коля и Костя. Я говорю, это Коля 100%, потому что он в душе не ебет, где кто умер, блядь. Рядом со мной, блядь, ты чё? Давайте, ребята. Ты жа.
Громче не поделать. Ебать, этот микрофон уже раз... Все, давайте я сейчас с Яриком буду бегать в двоечка. Если я или Ярик умирает, то вы знаете, кто что. Все, я с Яриком. Давай, а где ты? А, вот, давай. Нет, вроде нормально. О, так, ладно, следим за этим. Стоп, а кто там починил? А, это Пипа. Ну, Пипа точно нет. О. Починили. Либо Тимун, либо импостер. Опа. О-о. Ай, втроем неудобно случилось. Блять, мне страшно. Вот если бы вдвоем. А, крышится, крышится. А, нет, нет. Вертится, вертится, трясется, ручки трясутся, не понимает, куда тыкать, как сделать лучше. Три человека. Три человека в комнате. Четыре человека в комнате. Так, Тимур что-то тут один делает. Один. Бля, неужели либо Тимур, либо... О. Может в толпе сейчас сделать килл. Это был Тимур! Ну это походу не Коля, значит Тимур еще кто-то. На этой херне, где большая вувука, невзначай подходит Агаград. Дима отлетает. Нихуя. Тимур? Блядский пятый раз подряд импостер. Я с Яриком бегал. Лёха сначала с нами бегал, но не до конца. Я там сейчас потемнело. Вообще... Да, потемнело, и а я где? Побежал в сторону чинить, где, ну, чтобы включить... Тимур на меня яйца давит, это Тимур! Где трупик был? Так, это либо Тимур, либо... Труп, подожди, сейчас я скажу, где это был. В реакторе. Он даже запомнил название этого места. Я открыл карту. Нет, карту открыть можно. Вот, это либо Тимур, либо Лёха, получается. Он даже знает, как открыть карту. Да, это либо Тимур, либо Лёха. Хэштег Тристер поставь. Я сказал, только что. Я могу поклясться. Там буквально все уже сказали, нет. Бля. Ну давайте, я за Тимура, кто-то за Лёху. Давайте судьба пусть решает. Пипа, кстати, еще ни разу не была импостером. Ярик ни разу не был импостером. Я скажу, как было. Я стою, а, и Коля не был. В толпе. Подбегает Агаград. Тут у Димы отлетает голова, и он отбегает. Вот все, что я видел. Кто-то демку включил. Ребята, это, блядь, не я. Посмотри в глаза, ёбать. Я уверен только в одном человеке, в Ярике. Кто угодно, этот человек, я просто сок пил, сидел. Это не я. Да ебать, блядь, если это Тимур, я охуею эту хуйню на карте, где нихуя непонятно. Я верю, Лёша, я верю, Лёша. Вы довели Лёху. Слушай, Тимур хладнокровный маньяк-убийца. Он сидит на боку, он детей режет, он с таким просто сидит, просто что угодно может наваливать. Откуда у Лёхи такое кресло геймер? Ну даже я согласен. С детьми у него ловко выходит, у него руки такие, знаешь, тренированные. Что есть, то есть. Но как бы я Диму убил? Блядь, да вы чё, это вы угорели? Да я за Тимура голосовал. Я тоже. Я тоже. Я упал. Да, выборы в этой стране не работают. Всё, я с Яриком в двоечка. Блядь, довольны? Хотел сказать, я с Яриком в двоечка. По моим честным глазам. Я так и знал. Просто, блядь. Если ты так и знал, я с блядского первого раунда это говорил. Вам похуй на мои слова, да? Маньяк. Я воздержался вначале. А Тимур, стоило бы. Снимай со скина штаны, блядь, нахуй. Со скина. Со скина. Все, ты лишаешься этой возможности, блядь. Снимите карту, пожалуйста. Носить штаны. Все, нахуй. Дайте другую карту. Давайте другую карту. А, да, давай. До трусиков раздеваю его. Снимай подштанники. Ого, вот так вот. Так, другая карта, да? Блядь, я начал! Ай, блядь. Блин, кстати, мы живем в обществе, где слова и клятвы ничего не значат. Люди буквально клянутся, им не верят, а они всегда правду говорят. Блять, посмотри. Так, я с Яриком у двоечка. А где мы? Ёбаный рот. Может, взрывите нахуй Голямби этот раунд за то, что он, блядь, так хуйню мне вытворил в прошлом раунде. Давай, мочи. Нам. Мирным жителям.
Ой, Коля, дурак. Там, дайте вот поиграть, блядь. Ой, пожалуйста. Ярик, пиздец. Блядь. Он все сделал. Все, первый раз, походу. Ярик, блядь, промахнулся по кнопкам. Что это было за пиздец? Я верю Ярику. Тейпа. Какой нахуй Ярик? Он... Нас там два или три человека стояло, это Ярик уже. Давай, Гарик, до свидания, блядь. Гарик, давай, пока. Можно? Я видел. Вниз прыгнуть. Я вам клянусь, Тейпа, клянусь. Бля, я Тейпа. Давайте сначала обсуждать. Клятва, ничего не... Да, давайте нормально. Я захожу, за мной кто-то бежит, я не знаю кто. Я захожу, стоит, лежит труп, и прям около него стоит Ипа. Просто, блядь, стоит. Я сразу же. У нас там три или четыре человека было. Какой я. А кто прожал? Кто еще видел, что это сделал Ярик? Ты прожал. Я видел. Я же видел, да? Это Ипа и Коля. Короче, если. Я вам клянусь, если Коля сейчас утверждает, что он видел, что я это сделал, значит, он тоже маньяк. У нас там три человека стояло. Почему мы видели, как ты убил Ипа. Тимурку. За что Тимур голосовать, не подумав? Убил Ипа. Почему? Обращение к россиянам. Почему? Да. Почему? Бля, я верю Ярику, я хочу в какой-то веке, послушайте Костю, реально, ну типа просто, знаешь, сначала голосует, а потом обсуждает. Хорошо, давай так, я в самом начале сказал, я в двоечка с Яриком пойду, в двоечка. Да. Я не знаю, нахуй Ярик после этого пошел и сразу типа резанул при мне, блядь. Ну да, да, это странно. Я клянусь, это не я, да нахуя, вот именно... Ты еще я рядом с дыркой прожал, ты, наверное, в дырку хотел прыгнуть. Нахуй какой ты в дырке убил? Я вышел после... Он выдумывает, Ярик бы не смог столько действий сделать в игре. Я после всех вышел... Не скликнул, походу. Я после всех вышел с корабля, потому что я начал жать ВСД, а у меня была вкладка, блядь, Дискорд, я начал в Дискорд писать в чат вместо этого. Переключился на Могусов, пошел вниз, выхожу направо, сразу вижу, что Ипа стоит у трупа. И прожал сразу на труп, сразу же. Все, вот так все было. Вообще, если бы Ярик было, человек убил, маньяк был стоял. Ярик, то умерло бы больше, чем один человек, потому что от взрыва умирают больше. Голосуйте. Я воздержусь. Голосуйте, но я вам клянусь, что это Ипа. Против меня! Кикайте Ярика, значит, следующим, чтобы было все честно. Вы молодцы. Ого, это было жестко. Блядь, вы молодцы, слава богу, блядь. Блядь, я клянусь, это Ярик, я вам клянусь. За Колю, сразу за Колю. Ёбаный в рот, сразу. Ай, блядь, Ярик, нахуй, почему? Сразу голосуем за Колю. Собирай. Я говорю, блядь, это Ярик при мне сделал, пожалуйста. Вы слышите? Это Коля. Ну, сейчас проголосуем. Он надо, чтобы он... Не похуй, я стою на кнопке. Надо... Смотрите, чтобы сейчас саботажа не было. Если начнется, это значит точно Ярик, блядь. Yes, я прожал саботаж. Блядь, сука, все нахуй это... позакрываю. Слушай, я не знаю, ну, потому что он хочет затянуть. Я клянусь, как, блядь, нажать? Бля, Коля, красавчик. Все, мы заперты. А, во. Я кликаю. Слышно, блядь, как я кликаю на кнопку, нахуй? Давайте, заканчивайте, я сразу, блядь, сразу. Я сразу собираю собрание, как только вы сделаете. Это где вход? Это Ярик. Кстати, ему сейчас вообще никого нельзя убивать, потому что тогда палим. У Коли мышка пластмассовая маленькая. Одна кнопка просто. Это Ярик. Бля, я не знаю, почему мне не верят. Это же логично. Не могут зайти туда. А убить не нажимают. Они не понимают, где вход. Нет, тут написано срочное собрание, нельзя созвать в кризис. В кризис твоего сарказма, блядь, Тимур. Тебя убьют нахуй, я на тебя на могиле сплешу. Меня уже yes. убили. Это, ну, я жму за Колю, потому что если... Ну, это, очевидно, был Ипа, блядь, не я. Да, это запросто. И раз ему так это хочется, меня выгнать, значит, да, Коля. Да какая я Ипа? Это смотрите, я еще раз, почему я говорю, что это Ярик? Потому что мы, блядь, шли, там стояло человека 4, я не помню, кто был 4, но там был Ипа, я, Ярик, а, ну и тот, кого убили, соответственно, логично. Подожди, еще он раз. При мне... Еще раз. Вот в конце, вот вы увидели труп. Карина Карамбеви, новый образ. Прикольно, кстати. Ну, получается, трое нас было, да. Кто? Отзовитесь. Я, Ярик, я и Ипа. Ипа сдох. Ипа не сдох, его выкинули, блядь. Убили Тимура. Нет, друзья, подожди, а еще кто увидел? Еще кто увидел? Все, три человека увидели труп. Я дебил. Никому же не ой-ой-ой-ой. И Коля буквально сейчас говорит, смотрите, если сейчас будет авария, или как это называется, то это Ярик, и начинается авария, блядь.
Это он сам нажал, блядь. Коля такой артист, мне кажется, это. Да, да. Вы бы услышали, как я мышкой кликаю, нет? Я же при вас, блядь, кликал. Так нельзя собрать, пока идет кризис. Как это доказывает, что ты не маньяк? Так я не мог кликать одновременно и, блядь, кнопку. Бля, немного сейчас за Колю обидно, потому что Ярик и остальные не совсем понимают, в чем был тейк Коли, типа, если он сейчас прожмет вот эту аварию. Ой, блядь, я даже сам не могу это сказать вслух. Короче, Ярик тупит конкретно. И Коля получается. А все тупят, все нормально, все как надо. Ну почему? Почему Ярику верят как ребеночку? Но Ярик слишком, так сказать, светлый человек душой, он не может обмануть. Интересно. Бля, я хочу посмотреть, как он будет за импостера играть. Он будет как-нибудь кричать? Может, он вообще волк серый в этой, в овечьей шкуре? Это было легко. Размутиться. Блядь. Я не знаю, как это... Так он правый говорит. Если вы меня сейчас выкидываете, то у вас остается еще два импостера. А мы выиграли. Коля прям до конца. Коля, блядь, так обидно. Но нет! Импостер тоже сосать, Коля. Коля, ну давай, сейчас увидишь. Сейчас увидишь. Давай. Давай глянем, блядь, кто выиграл. Черт. Он до конца просто сидит. Он сам поверил, что он не импостер. Пиздобол. Бля, Коля, я думал, мы дабл килл сделаем. Ты там где-то... А я тоже, я нажимал, я не знаю, я хотел Ярика захуярить. Мы переигрываем очень сильно. Переигрываем, давайте по новой сделаем. Это пиздобол. Давайте по новой. Давайте с теми же ролями, но по новой. Я сам в какой-то момент чуть не поверил Коле, что я импостер. Вруша. Не, Ярик, если ты так будешь оправдываться, то я буду думать, что ты не импостер. Вообще да, Ярик прям настолько обиженно звучал, что я сам понял, что у меня ноль шансов там. Ой. О, предатель. Ой, тихо, тихо. Слушай, может Ярика сейчас по фану просто кикнуть? А что это за кнопочка? Ой, что это за кнопочка? О, кстати. Блядь. Только не дабл килл. Тут главное держать расстояние. Ага. Подождите, кто тут? Моя типуча. О! Это Крокус просто, блядь. Он просто среди человек. Подождите, стойте, а почему вы сразу паникуете? Ну убит и убит, давайте дальше работать. Давайте прыгать в яму. А что вы убиваете, я не понимаю. У нас там 4 человека, и Хокус просто голову отрезает. Сразу видно, серьезный мужик. Что? Крокус такой, ой, а как этим пользоваться? А почему не помолчит? Кто не задумывался, почему вот он молчит сейчас? У меня есть оправдание. Он может на пару со мной играет. Кикайте меня нахуй. Кто еще раз? А что, это Ярик был? Против Ярика голосую. Короче, это да, давайте против Ярика. А, Тимур? Подождите, подождите. Там 4 типа было. 4 типа было. Одному голову отрезали. И один прыгнул в самом начале. Я видел, один прыгнул, но я не выкупил, кто это сделал. Кто-то прыгнул в яму. Это точно не Пипа? Это точно не Ипа, это точно не Дима. Это не Ипа. Но это точно не тот, кто был там, где убили сейчас импостера. Потому что мы были там, где смотрели на него. Мы вообще из этого челнока не вышли до сих пор. А кто сейчас около электрощитовой слева сверху? Бля. Я наверху прям самом. Ну, вот я видел а вас. А что ты хочешь? Я просто я там стою, я только выбежал из челнока. Давайте я мы сначала фокусом тикнем просто. Подожди, потом ну давайте Ярика? Попытаемся просто методом исключения. Подожди, потом Ярика. Да, блядь, да, давайте методом исключения. Мы сейчас проголосуем. Я сейчас, не за я сейчас шокером ёбну. У нас 100% есть. Не, дайте Тимуру высказаться. Тимур, я уже мёртв. Тимур в шляпе, он умный, пусть он скажет. Я говорю, давайте попробуем методом исключения понять, кто из нас был там и кто мог вторым быть. Кто мог прыгнуть. Нас было четверо сверху. Я, четверо Пипа, Дима. По-моему, вас трое было. Я там был. Подожди, кто вверху был? Я, Пипа, Дима? Я видел тебя, точно. Диму и Пипу, и я оттуда вот. Только что выбежал. Да, нас четверо. То есть получается значит... минус 4. А этот, кто спалил? Ярик. Ярик, да? Ярик. Это был Крокус. Ага, я сам был Ярик, кидаю. Просто ему хоть какой-то аргумент. То есть получается это был либо Агаград, да? Я стоял нет, со всеми, нет, смотрел. Нет, Леха подтверди. Со мной был, когда Хокус отрезал голову. Он что? Тоже это подтверди. Видел.
И да. Вот Пипа и Лёха с нами видел, как отрезали голову. Давайте да. по три человека ходить. Меня там не было, не надо врать. Так, страшно то, ты что... прыгнул, потому что как... Страшно то, что... Ай, блядь, это Лёха Агаград по Любасу. Что это? Ага. Ну надо всем бежать. Что там Ярик делает? Ай, блядь, Ярик пошел на... Кто вот бил? Так вот. А кто это был? Пипа. Это не Ипа, это точно не Ипа, Ипа со мной сейчас ага. был. Так, давайте думать, кто это был. Это либо Дима, либо Тиму. Я был в оружейной. Так, Ярик. Что там делал? Искал оружие себе? Кто с тобой вверх побежал? Мы с Димой побежали. Мы не знаю, я с тобой Ипа был, я не Ипа. Мы с Димой побежали. Подожди, Ипа, ты же нашел труп, и там кто-то рядом пробегал или нет? Я нашел Ипа? Я нашел, но да. только я не помню, кто вниз побежал вместе с Пипой. Но мы сейчас просто методом исключения можем выявить. Ярик, так, это так, точно подожди, не кто я, наверх точно побежал? Не Дима. Угу. Это точно не ты, точно не Дима. Я не помню вообще, кто наверх побежал. С нами сначала бегал, я видел Лёшу сначала, но я не знаю, куда он побежал, в какую это сторону. Значит, либо, блядь, молчаливый Додор, либо Тиму. Я думаю, да. убийца с давайте грамотно вкинем. Так, голоса. Смотрите, Додорг сейчас не пытается объяснить вообще, нам, пиздец, что надо молчит, думать ничего перед тем, не говорит. Да. Знаете, возможно, почему я не объясняю? Он. Хорошо, дайте объясню. Мне сейчас в чате пишут, потому что, это вы Додорг. Наконец-то, блядь, научились, что надо сначала обсудить, а потом кого-то выкидывать. Я рад, что вы к этому пришли. Давайте обсуждать, кто был вдвоем. Да, давайте подумаем. Кто был вдвоем? Я был сначала с Димой. Я с Лёшей. Я был с Димой, с Яриком и с Агаградом. Потом я побежал влево. Со мной кто-то еще один был. Подожди, влево вниз или вправо вверх? Влево вверх. Там нету лево вверх. В смысле? От склада. У нас существует только право вниз, лево вверх. Наоборот. Где мы все вместе были? Ну короче, смотри, мы были. Ты наверх потом побежал направо или вниз налево? Блять, я побежал влево наверх. Еще раз, мы все вместе были. Где мы были? В лаборатории. Блять, ну это либо Тимур, либо Додорг, очень сложно, может 50 на 50, Тимуру что-нибудь сказать. Почему слушай, Тимур? Мне нечего сказать. Я выбегал еще в начале раунда с кем-то, по-моему, в левую часть. Я зашел просто в эту, в оружейную, стрелял там по метеоритам. И началась этот мэ-мэ-мэ-мэ, я думаю, я закончу задание и пойду туда. Только закончил Дима, задание, начал выбежать. Дима, тебя зависит. За кого голосуем? Скажите, за кого. Если вы знаете, за кого голосовать, проигнорируйте голосование. Типа, за это, воздержаться. Ты один воздержался. А, блядь, понятно, до свидания. Блядь, это... Я же... Пожалуйста, пожалуйста. Ну, тогда мы просто знаем, кто это был. А, фух. Yes! Я очень тупо спалился. Умное голосование. Слушай, Костя, Костя, а это ты прыгнул в этот, в дырочку эту? Это я прыгнул в дырочку. Да нет, это, блядь, за меня, нахуй, тиммейт. С нулевой себе в голову выстрелил, блядь, и спалился. И меня ёбнул. Он выскочил и типа убил. Да, я думал. Повезло, повезло. Я до последнего думал, что это Тиму. Почему у нас 8 из 9, кого нет? Кто-то чё ЕС, если ты за Тимура голосовал? Я. Ну, не важно, за кого я голосовал. ЕС, говорит. Ну, я после 17 числа тоже такой ЕС! Ну, знаете, к чему это привело. А мы опять эту карту? Успею поменять. Нормальная карта, кстати. Эта карта неплохая в целом. Да, хорошая карта. Подавайся. Надеюсь, она и осталась. Все, в двоечка, в двоечка. С кем в двоечка пойти? Кто хочет? Я боюсь. О, я с Пипой, все, пошел в двоечка. О, это что? Блять, по три ходить, по три надо ходить. По три человека, еще раз заявляю. Это где можно заспавнить? Ну да, ну все. Я с импостером заспавнюсь. Все, мы втроем ходим втроем. Как? Надо ножку. Ой, я первый раз, кстати. Все, пока. А, тут выход нет. Выполняю задание. Yes. О, шляпы красивые. О, вот это вообще пуховичок классный. Так, как залезть? Пистолет, пекель. О, красиво. Ван Гог нарисовал, когда с ума сошел. Это красивая Мона Лиза. А, так я в Лувре.
Сейчас мы все проверим. Моторы. Ведь конченая карта. Никак. Не могу сейчас шутить, слишком рано для этого. Еще не прошло достаточно времени. Че я Ипа посмотрю? Дурак. Тиму! Ой, где? О, ебать! Почему, когда мир на меня убивает буквально, блядь, первым? Кто там, Коля бегал? Да, Тимур. Есть. Не, я с Пипой не смог заспавниться, я не понял, где. Я на кухне заспавнился, я в свое оправдание могу сказать, я дохуя всего сделал. Бля, я так много я никогда не делал ни в одной игре. У меня ноль идей, кто это. Я отошел. Аналогично. Ярика видел на балконе, когда стоял. Мы заспавнились, я нашел. Я с Яриком, мы с Я предлагаю, одного точно надо будет кикнуть. Нет, с Хокусом мы заспавнились. Это я. Да, Хокус мы. Да. Как и Ярик. Так, подожди, давайте еще раз. Когда вы проебались? Я на кухне был. Я побежал. Мы хотели втроем, но я побежал вправо вверх, чтобы я починить побежал штуку там засветить. Я все время один, признаюсь честно, бегал. Там были автоматы, калашниковые пистолеты. Нет, пока самое слабое алиби у Ипы. Сотки маньяка, я правильно понимаю? Не-не, автоматы и пистолеты были. А, ну ладно. Не подозрительно. У меня ноль идей, кто это вообще. Так, да, а если я чистосердечно признаюсь... Мне дадут малую отсрочку или нет? Если нет, тогда не признаюсь. Мне кажется, это Хокус, пацаны. Да, мне тоже кажется, он решил майндгейм сделать. Может, по приколу ебанем Хокуса? Не, ну подожди, а ты признаешься? Давай, ты признаешься? Да. Ну, вообще нет, я с Яриком бегал. Вообще нет. Я с Яриком бегал все это время. Где нашелся труп? Я смотрел по камерам, типа... Я его даже не увидел. Главный зал. Бля, мне почему-то кажется... Я тоже на главном зале был, я тебя там не видел. Мне кажется, сейчас было бы максимально тупо убивать, а потом делать саморепорт, потому что здесь хуй кого встретишь на этой карте. Но мне кажется, Ярик... Мы можем воздержаться просто, потому что непонятно. А зачем? Все равно, ну типа, есть два импостера, у нас двое убитых. В чем смысл воздерживаться? Надо хотя бы пытаться кого-то убить. Надо пытаться, да. Но я вообще заебал, он вообще нихуя не говорит. По картам кто в главном? А я не бегал нигде, кроме калашей и пистолетов. Не, хочешь, блядь, кикай как-то... меня. Эти хотя бы толпучкой бегали, я на кухне был, я никого повезло, не видел, буквально. У нас была толпа, я, Дима и еще кто-то. Я сделал вывод. Агаград. Похуй, Дима отмалчивался, я за Диму проголосую. Блядь. Не, ладно, давайте сейчас продолжаем. Вместе бегать. Все, Дима ни слова не сказал, заметь, Дима не сказал ни слова. Дима как всегда не сказал ни слова. Да, Дима тихий змей. Кстати. Да ибо, наверное, я не знаю. Так, куда? Ну давайте в архив приземлюсь. Ой, блядь! Ну нет, ёбаный в рот. Так, давай в двоечка. Мы с Костей в двоечка. Сумасшедший. С Костятом. Нет. Ой, пошли к Костету. Коля отошел наверх, встал, и там началась тревога. 4, я подозреваю, 6, что это возможно. Блядь, отмена. 1, надо, 5, надо 6, починить, я не могу туда пройти. Как саботаж вызывается? Как надо на месте 1, долго стоять? Это майтипут, это майтипут. Нет, это не майтипут. Да смутись, блядь! Чинить. Точно не Крокус. Все, хорошо. Это мы выяснили. Приятно. А чё он со мной решил не идти? Меня в ловушку. Нет! Боимся. Похуй, прожимаю. Мне слишком страшно. Есть мёртвые? Мать! Есть мёртвые! Так, ладно. В двоечка. Уберём, подохнем. Ты просто наугад просто нажал кнопку? Да, я просто хотел проверить, умер ли кто-то или нет. Да тут, блядь, хуй встретишь кого-либо. Майтипут молчал. Я вообще никого не видел. Вам сейчас надо... Если вы сейчас не кикнете импостера, то вы проиграете. Всё, похуй. Это Агаград и Димасик. Агаград и Димасик. И точно не Крокус, мы с ним... Стоп, а за кого вы голосуете? Я за Лёху. Все, давайте сначала Аграда, а потом... Я не совсем понимаю эту логику, честно сказать. Ты не поклялся, что ты не ты. Я всегда все гуляешь. Это время ходил, я не знаю. Ну, значит, вы ходили в ней? Ага. Какой Ипа букует вообще? Чего это Ипе сходит с рук постоянно? Он мне повезло просто. Ну, его стрим.
А, да. Не, на самом деле мы же втроем. Нет, мы сначала с Хокусом бегали, а потом с Яриком. Хотя, может, они мне врали все это время. Если Крокус с самого начала был. Ну, я не знаю, что ей попиздит, поэтому. Ты так неуверенно это говоришь, если честно. Ну ладно, давайте проверим, к чему это приведет. Бля. А мы уже кого-то кикнули хоть раз? Это а, нет, мы тогда не смогли, да. Ебать он. Пока, друзья. Всё равно у тебя рука здоровая. О, нормально. Он был, правильно. Блядь, только бы не вместе с этим. Не с Димой спавниться. А как задание с рулем выполнять? С рулем. Я тебе покажу. Ай, меня надо. Так, ну нам надо сейчас голосовать, скорее всего, за Димасика. Надо, блядь, понять. Я курс выравниваю, и ничего не происходит. А, блядь, так это работает. Надо понять, где здесь эта кнопка ебучая находится, чтобы спасти весь экипаж моих дорогих, любимых друзей. Нет, ёбаный Майти Пут. Я знал, но он спалился. Он пиздец спалился. Крокус, ёбаный в рот. Диме надо было на самом деле кого угодно убивать, кроме меня, чтобы на меня быковать. Пожалуйста, Крокус, убить маленькое дохленькое тельце. Крокус не понимает. О, он сейчас увидит. Есть, блядь. Да, Крокус, пожалуйста. Сейчас он карточкой своей проведет. Visa MasterCard. Но это палево было конкретно. Damn. Я убил Ипу, потому что... Ну ладно, сейчас нормально отвечу. Так, ну Ярик, мы оба с тобой понимаем, что это был Дима. Я объясню, Хокус и Дима. Я объясню. Подожди. Нам Дима напиздел. Дима напиздел на Ипу вначале, и он хотел его кикнуть. Я напиздел только в ответ. Я только в ответ напиздел. Бля, Ярик, кого ты проголосовал? Это пиздец. Я не скажу. Это пиздец. Меня прижали. Его сосит весь чат за это, ему это запомнят навсегда. Ты же знаешь, если он за Крокуса проголосовал. Хорошо. Ебать, какой дурак! Ярик, о, боже, дебил, Ярик. Блядь, Ярик, в натуре, нахуй ты сразу проголосовал? Ой, блядь. Там же в прошлом раунде все понятно какой было, да ебаный нахуй в рот. Тупик. Демократия — это равенство, блядь, их голосов. Мы с Лешей бегали вместе, правда, да? Мы просто объединились, мы даблкил делаем. Да. Там мы в двоечках ходили. Я еще меня пули убивает, я думаю, бля, тут. Так я ж не знаю, кто это, я не видел ни того, ни другого, ни разу вообще. Бля, так он в прошлом раунде, Дима дефал в прошлом раунде, блядь. Ты че угораешь, нахуй? Он не в рот, кого мы позвали? Я тебе просто напомню, что когда Диму не пожимаешь, он говорит... Я не знаю, Дима вообще ничего не говорил в прошлом раунде. А еще Дима, может, не было ничего не говорил. Аргументов за меня вообще до конца игры. Да, Дима, можно совет? Ты когда маньяк и заходишь, типа, ну, видишь, что кого-то хочешь убить, не заходи просто в комнату, знаешь, так вот прямо около входа и так не высматривай людей. Типа как-то поестественнее. Ты знаешь, просто стоишь, и ты вот так вот ощущаешь, что ты себя трогаешь при этом. Угу. Правильно говоришь. Встает в проходе вот так такой. Я выиграл раунд, значит, я правильно сделал. Дима в прошлом раунде дефал Лёху. С Димой, и было непонятно, где что надо чинить. Мы же а как было понять, что Лёха импостер? Да, да. Там же не так, потому что нас трое, мы втроем бегали потому, всю их... игру. Да. А потом остались только вы. Тут было никак не понять, ты очень хорошо отыграл. Так может быть... Когда вы втроем остались в конце, когда всех убили, кроме троих, блять, и подозрение падало только на Диму, почему ты за Хокуса-то, блять, проголосовал? А почему на Диму-то падало? Потому что он в прошлом раунде дефал Лёху, а после этого сдох Ипа, блять, который его обвинял! Откуда мы знаем, что Лёха был импостером? Да потому что мы втроём бегали. Потому что он, блять, обвинял Ипу, а Ипа его обвинял, и после этого Ипа сдох! А может быть, я не знал, что Лёха импостер. Все еще не понимаю. Да подожди, не, давай нормально объясним. Мы втроем. Мы уже не в игре, может, не
Ярик, мы же втроем точно были не импостерами в предыдущем раунде. Мы сказали, это либо Леха, либо Дима. Мы решили кикнуть Диму, ой, Леху. Дима начал дефать Леху и голосовал против и, меня. Кстати... А потом убил меня, блядь, в следующем раунде. Тут я не знаю, как я, кстати, можно было не сложить. Я, кстати, специально сам за себя голосовал. Чего? Чтоб меня точно кикнуло, а не Диму. А как там понять уже, какое мясо ты убиваешь? Ну, умер и пои, чё дальше? Так я же в прошлом раунде на тебя не сел. А почему Хокус не мог убить Ипу, чтобы отвести от тебя подозрения? Тоже, так как бы... Так подожди, я в прошлом раунде вместе весь пробегали. Да. Короче, ладно, Ярик, стартуем. Так не со мной же, я весь раунд один бегал. Я вообще никого, кроме начала игры, не видел. У Ярика память как у рыбки. Я видел в самом начале только людей. Кто там, что? Не знаю. Я один спавнюсь второй раз уже. Тебе нельзя быть понятым. И детективом. Короче, практически идеально. Да, вообще, да, неплохо. Давайте в конце голосовать. Ладно, давай. Да. Все, я в 2 очка с кастетом. Пока один раз только подвела эта стратегия. О, настоящее задание, по-моему. Ну все, скорее всего, точно не Тиму. Крокус что-то делает. О, Пипа, блин, мне кажется, Пипа наконец-то и выпала роль импостера. Опа. А, что? Кастет, а ты где? Я извиняюсь, не могу тебя найти. Давай за гаражами встретимся. Давай, там, где трамвай разворачивается. Как можно продолжать верить людям после таких предательств? Я с ним бегал всю игру. О, блядь, нырнул в лунку. труп! Как? О, нашли. Как? Мы дошли. Это точно не Дима. Мы нашли, да. Прекрасного, да, почти в начале. Хорошо, давайте так. Я ради честности скажу, я был с Яриком и еще с кем-то типом. Мы вместе были, потом Коля сказал, мы идем там, где с гаражами. И я побежал. Да, вот. И я побежал да, к тебе. Да, доверия к Тимуру, если говорю, честно, нету теперь совсем. Я у мониторов вправо-влево бегал, чтобы ты посмотрел, что красного убили. А труп где? Я видел... Труп сразу с базы налево. Я видел Ипу как раз, когда он убегал налево, а я побежал вниз. Ай, блядь. Надеюсь, так что получается, спалится. Он там уже какое-то время висит. Ну, это и не потом Ярик. Потом ты ему перерезал шею, да? Было, блин. Yes, правильные вещи говорю. Видишь, и того... Он сказал. Давайте. Я чисто для себя и того, получается, мы с Хокусом друг друга дефаем. И вы с. Ты с Яриком, да, получается? Почему Тиму стал хуем? Знаю, я с Яриком. Ты веришь в меня? Это осознанный выбор. Ну давай. Так, это -4. Остается Пипа, Леха, Дима. Я справа была. Тимур. Ярик, что ты молчишь? Мы с тобой с самого начала бегали вместе. Ну, я Леху видел, да. Целовались. Дима, Пипа, Тимур. Дима, прям ты где все был? Время мы давайте просто узнаем, кто где был хотя бы. Я сначала справа нажимал на ракетки, где, так, ладно, пока в лаборатории, ребят, потом я пошел справа наверх, ой, там надо было пилюльки набирать. И потом я прошелся немного в запертую. А, кстати, дверь. True, я видел Диму, да, он был вообще в другой стороне, он бы тупо, мне кажется, даже не смог бы с начала раунда добежать до этого места. Тогда, мне кажется... Но времени много, скорее всего, прошло. Ну, то есть, типа, я когда еще в начале убегал вниз, Ипа уже побежал налево. То есть он там чуть ли не полраунда висит. Я за Пипу. Я говорю, задание выполняла. Не, подожди, у меня подозрение, это Тимур, Тимур и Пипа, вот они друг друга. Ну давай, разыграйте я театр, я на давай. Складе была, сначала выполняла задание, где нужно было набрать топливо. Потом я пошла это топливо сливать в лаборатории рядышком. Я сейчас здесь в упор около слева подожди, от лаборатории. Дима, ты видел? Он тянет время. Я думаю, Дима, он тянет время. Видел Пипу? Я только Ярика видела рядышком, он пробегал. Бля, вы крендели. Что делать? Крендели, нихуя себе. Вы просто вау. Вау. И этот человек рисует порно. Я даже не слева была, блядь, я была справа. Так, а теперь Тимура выкидывай. Тихо, Коль, с кем ты в прошлый раз был? Давайте втроем туда держаться. С Хокусом. Хокусом пойдемте втроем. Подождите, а вы хотели за гаражами встретиться, да? А мне с кем идти? А как надо размучиваться? Я с тобой не пойду. Не, я с Крокусом, вот мы здесь. В троечка. Пойдемте починим в этот. Да. Электричество. Мужики, надо задание еще делать, а то мы так как-то хуйней страдаем.
Похуй, давай. За мной. Зато выживем. А, пойдем, пойдем. Да ты, блядь, лево. Налево, я не ху... Ну, извините. Я не знаю, как идти, я не понимаю эту карту. Вниз. Как в эту прыгнуть? Все тихо. Ой, все у аппарата. Пора менять никнейм Крокуса, а почему? Тимур, ты не у того монитора стоишь. Все вместе пальцы. Тимур, Тимур, да, жестко палец. А что, пипа выкинули? Ты либо сейчас убивай кого-то, хотя бы одного зарежь для приличия, а потом мы тебя выкинем. Зарежь одного хотя бы. Да, было. Покучнее, покучнее, встаньте. Давай, давай, давай ты можешь хотя бы, ну, пойдем к дырке, вот долго, есть внизу дырка, давай ты хотя бы в нее кажется. Прыгнешь. Ну, я еще попробуй что-то сделать, давай. Купил мыло иди. Себе. Иди. Жидкое мыло. Сука, почему у меня вишни. Булите? Да все, некрасиво. Давай. Да что давай? Летает. Прыгай в дырку. Вообще задания не будем делать, да? Похуй. Прыгай. Пойдем, я с кастетом. Он в такой невыгодной ситуации. Я хочу заявить, я хочу использовать. А так что, пипа все-таки была импостером? Поехали. Сломал! Кто сломал? Я сейчас двигался, на всякий случай скажу. У кнопки, у кнопки был. Какая-то у тебя странная ассоциативная связь, причем тут моя попа. Я ж, блядь, мыло мне попу мыло, а я бегу чинить. Я бегу чинить. Дурачело. А, налево, налево, налево. Нет, он сейчас убьет нас! Со мной кто-нибудь, двое со мной, чтобы Тимур... Давай. Давай со мной. Со мной, Коль. Я с тобой, Коля. Сколько человеку надо пересматривать своих стримов, чтобы понять, что надо всегда кикать Ярика? И вот этот... Подожди. Нет. Всё, не пиши такое. У. Блять, вы видели это? Мистер Прокус умер. Сука, где кнопка? О, давайте починим тут рода. Я, кстати, на электрика учился. 4 года в техникуме. Прикольно. О, да ладно. Ой, да ну нахуй, я чё гоните? Прыгнул в дырку, сука! Вы почему такие глупые? Тимур прыгнул в дырку, и я просто не знаю, где на этой карте, сука, кнопка. Я бегал и искал её. Он всегда...